Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге «Великие музеи мира». Стоящая женщина в летней шляпе и с веером. Около 320 года до нашей эры, терракота, высота 34. Представленный экспонат дает зрителю возможность познакомиться с танагрской скульптурой. Эти уникальные статуэтки были найдены в результате раскопок в Биотии, в Малой Азии, в 1874 году. Археологи обнаружили большое количество изящных, совсем небольших скульптурок, раскрашенных акварелью. Они произвели сенсационное впечатление своими светскими сюжетами. Их большая часть – женские фигурки. Изображенных дам стали называть парижанками античности. Находка породила бум копирования. Ремесленники не только подделывали танагрские статуэтки, но и упражнялись в вольных вариациях на тему. Танагрские прелестницы стали настоящей отдушиной на фоне монументальных и пафосных античных героев, которыми были наполнены ученические студии скульпторов и живописцев европейских академий художеств. Гостиные наводнились легкими по сюжетам и понятными для современников изображениями древнегреческих красавиц. Вот такое описание я нашел в книге «Великие музеи мира». Стоящая женщина в летней шляпе и с веером. Около 320 года до нашей эры. Пока-пока. До свидания.